Зимой водоемы Эстонии могут покрываться красивым слоем льда, но именно поэтому выход на лед может быть опасным. Прежде чем ступить на лед, нужно убедиться, что среднесуточная минусовая температура держалась по крайней мере 2 недели. Больше всего несчастных случаев на затянувшихся льдом водоемах происходит осенью и весной, когда лед тонкий. Посмотрим, как распознать места с тонким льдом. Осторожность надо всегда проявлять на реках, ручьях и каналах, где существует постоянное течение воды, препятствующее застыванию. Надо помнить, чаще всего о хрупкости льда сигнализируют участки более темного цвета. Тонкий лед бывает у источников, поэтому водоемы с источниками всегда замерзают медленнее. Стоит держаться подальше от подпорок и причалов, зарослей тростника, упавших в воду деревьев. Обязательно надо обращать внимание на трещины на льду, поскольку рядом с ними лед ломкий. Лед тоньше в устьях, где две реки сливаются в одну, и в месте, где река впадает в озеро или море. Весеннее солнце также делает лед очень ломким, поэтому нет разницы, насколько толстым является слой льда. Вероятность его проседания велика, поэтому двигаться по нему опасно для жизни.